Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, мы в желудке Сарлака. И продолжаем проходить Star Wars The Force Unleashed. Фу, а, что происходит? Он меня типа покушал? Да, это было ужасно. It's disgusting. Небольшие колики в животике у Сарлака будут. Так, я хочу туда. Не очень, правда, но хочу. Это не вариант, как туда добраться? Не-не-не-не-не, погоди. Да подожди, почему нельзя отсюда запрыгнуть? То есть, типа, если я не запрыгнул, то у меня и не получится, так? Или чё? Не, ну я хочу, блин, чё за фигня? Не дает запрыгнуть, ты посмотри. Ладно. Да господи, что ты застреваешь-то везде? Чё тут? А, филуцианцы. Ну ладно. Надо за этими штуками прятаться. Да блин! Да, что ж ты будешь делать? Да вот гад, а! Из-за него ж сдуло меня! Да блин, что тут за тайминги, вообще не понимаю. А ну прекратить, бесишь, все, погнали. Что с камерой? Ой, кто-то улетел, ха-ха-ха. Чуть-чуть осталось.
Это типа Сарлок дышит, я так понимаю. Я вижу зубы Старкиллера, и мне это не нравится. Ну? Так, у нас сейчас будет, по-моему, босс. Даже два босса, по-моему, насколько я знаю. Но они оба легких относительно. Are you there? I repeat, do you copy? I'm here, Juno. Oh, are you all right? Are you hurt? Yeah, I'll live. Good. Your signal looks strong again. I'm picking up more life signs heading your way. О, благодарю. Теперь я узнал, что тут есть эта штука. Куда собрался? Чётенько, меч прилетел обратно ко мне, конечно. Ну-ка! Пошел нафиг. Так, А, я все понял. Нет, я не понял. Отлично. Ух ты, ранкор! Ничего себе. Ранкора я-то и не приметил, да. Кто ты? Что ты сказал? Ха-ха, получил. Пошел нафиг. Да, вон, мочи их, меня не трогай. Вон там штурмовички всякие. А, не то нажал, нет, больно. Давай еще раз. Еще раз, давай. Ты чё, офигел, что ли? Я не понял. Полетай. Так, где? Где-то тут. Что, ты ещё жив? Ну-ка, иди сюда. Теперь ты точно мертв. Так, ну-ка. Нет, не дает на это растение приземлиться. Подождите. А, вон он где. Так, подожди, как мне это сделать? Ну чё, вожди, идите сюда. То есть его не остановить, его атаку, да, если он вдруг...
Так, еще один ранкор. Not yet, but he's close. I can feel it. Это было больно. Это было больно. Ну-ка. Бесите. Бесите, ребята, просто, понимаете? Опа! А что это тут у нас? Кто еще лезет? Кто лезет? Ах, вы засранцы! Что, думаете, я вас не увидел? Ты еще живая, что ли? А почему... Хотел же его схватить. Так, нужно добраться до вождя, да? Ой, не вождя, а колдуна. Немного повосстанавливаем здоровье. Ого, серия красная получена. Да может... Что? Меня эта фигня убила, вы серьезно? Ну класс! Так, ранкор, подожди, у меня тут совершенствование силы. Отлично. Что же мне прокачать? Щит из молний. Да не особо хочу. Силовая волна или захват? А что даст захват номер 3? От 1 до 3 врагов. А смысл вообще в чем? Силовая волна, что мне дает? Не, я бы хотел что-нибудь из молнии. Да, я, наверное, молнию или что-нибудь такое прокачаю. Так. Что здесь можно прокачать? Запас здоровья, давай. Ну и запас силы прокачаем. Мастерство серии приемов. Ну, как раз давай. Подожди, как? Рубить, рубить, рубить и у. И потом еще рубить. Раз, два, три. Сила и рубить, да? Ну, сейчас на ранкоре опробуем. Any sign of Senator Organa? Not yet, but he's close. I can feel it. Давай, иди сюда. Это нечестно.
О, я понял. Прикольно. И они живучие, однако, эти филуцианцы. Отлично, погнали дальше. О, сейчас будет босс. Доберитесь до могильника ранкоров. Тут дохнут ранкоры или они тут жрут? Сенатор Органа, мастер Кода has sent me to rescue you. I knew he couldn't stay out of the fight for long, but I thought he'd be angry with me for ignoring his advice. He's angry, but I think he wants to be able to yell at you in person. Hurry. Shakti's apprentice has gone mad. This whole planet has gone insane. Oh, we're not crazy. We've just embraced the power of the dark side. Stand aside, girl. Don't make me hurt you. You won't. He won't let you. Ух ты. Кстати, было бы забавно, если бы Старкиллер открыл меч такой, да? Из-за того, что он смотрит назад, он бы чисто воткнулся в голову сенатору Органе. И все. Роберт Уэйд, короче... Это, кстати, ранкор-бык, типа ранкор-самец, но это выдуманный какой-то подвид, что ли, ранкоров. Типа у них самцы и самки внешне никак не отличаются, но вот этот какой-то особенный. И он меня раздражает. Бесишь. Как с тобой воевать? Да, уйди. Бесит, он в воздухе меня сбивает. Тер
Ага! Она еще в невидимость уходит? Получай, тварь. А ты мог бы не бить меня хоть пару секунд? Тэн, ты серьезно? Я не хочу сдохнуть. Ты еще что тут бегаешь, а? И у этого ранкора есть хвост. Если вы заметили. Я его убил? Печально. Был очень классный образец. А мне здоровье восстановят? Ну, хоть немножко. А, слышишь? Слышишь, что я так же умею? Что, думал, одна так можешь, да? Да дайте мне ее. Как ты бесишь? Ну давай, иди сюда. Давай, вставай! I'd be doing the galaxy a favor. It's not my fault. Shakti abandoned me here. This planet is evil. It corrupted me. But you can save me. Just let me get away from here. Just let me go. And I'll turn my back on the dark side. That one. She reminds me too much of another young Jedi who turned to the dark side. You shouldn't have let her go free. You really think she's free? She'll carry the memories of what she's done here forever. О. Фига себе, три голокрона где-то было. Печально. Open rebellion is too dangerous, Master Coda. I know I owe you my life, but you don't owe me anything. I told you on Cloud City that I can't help you. Not since I lost my sight. He's your hero, and it's his rebellion. Join us because he's asking you to. You are the first to really fight the Empire. We're not prepared to go to war yet. We need weapons and starships and people with the courage to use them. I don't know how many others will stand with us. But surely you know some who will. Well, yes, there are other senators who have spoken out against the Emperor.
but they will be hard to convince. We just need to show them that the Empire is vulnerable. Let me meditate on that. I'm sure we can find the right target. In the meantime, Senator, gather your friends. We're gonna need all the help we can get. Master, he's here. You have received my message? Yes. Your mission goes well. I have recruited others to my cause, but now I need your counsel. My allies seek a major strike against the Empire. The Emperor rules the galaxy through fear. We must destroy a symbol of that fear. The Empire is building Star Destroyers above Raxus Prime. That shipyard is your next target. Thank you, Lord Vader. There is much conflict in you. Your feelings for your new allies are growing stronger. Do not forget that you still serve me. I hate being him. I think he does too. Master. Juno. I came to find out where you wanted to go next. But it looks like you've already been told. Juno, this isn't what it looks like. Of course it is. You're still loyal to Vader. After he branded me a traitor and tried to kill you, you're still his slave. Then why did you defy Vader to rescue me? I needed someone to fly the ship. We both know that's not true. My being here has never been about my piloting. Sometime soon, you will decide the fate of the rebellion, not your master. And when you're faced with that moment, just remember that I too was forced to leave behind everything I've ever known. Please, don't make me leave another life behind. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, мы уже относительно близки к финалу. С вами был Дарт Сидиус, и всем пока!